Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Получать субсидию на оплату ЖКХ можно будет без справки об отсутствии задолженности по квартплате. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Сейчас отсутствие задолженности является основным условием предоставления льгот. И подтверждать этот факт должны сами жильцы раз в полгода. Законопроект предлагает возложить проверку наличия задолженности на управляющие компании. Если управляющая организация не выполнит свои обязанности и не сообщит сведения о долгах или их отсутствии, льготник от этого ничего не потеряет. Субсидии за ЖКХ будут предоставляться до тех пор, пока коммунальщики не докажут через суд наличие долга у получателя, говорится в документе. Дайджест недвижимости. Около 1,5 триллиона рублей кредитов на приобретение жилья взяли россияне с начала года. Этот показатель на 21% выше аналогичного годом ранее, почитали аналитики агентства ипотечного жилищного кредитования. По всей стране было оформлено более 800 тысяч займов на приобретение недвижимости. Также по итогам третьего квартала года установлен новый исторический минимум ипотечных ставок. Он составил 11,1%. Дайджест недвижимости. Офисы для начинающих предпринимателей со скидкой до 60% от рыночной цены предлагает муниципальный центр инноваций. В учреждении есть несколько помещений, выставленных на конкурс для заключения договора аренды, сообщает сайт администрации Кирова. Площади офисов различны от 12 до 19 квадратных метров, а стоимость аренды в первый год работы для представителей малого бизнеса значительно ниже рыночной. Подробную информацию можно получить по телефону 66 06 01 38. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.